Владимир Киселев провел прием граждан в микрорайоне Коммунар. Жители Загородного обратились к председателю ЗС с наболевшими вопросами. Проблем оказалось немало. В основном население волнует благоустройство микрорайона и безопасность на дорогах. На последнее жаловалась староста деревни Шепелева. Дорогами люди недовольны как в этом населенном пункте, так и в Абакумово. Проблемы и с освещением. Староста сообщила, что жители обращались во многие инстанции, однако светлее в деревне не стало. У нас проблема по улице Новой, там нет у нас освещения. То есть там фонари есть, проводка есть, там все, в общем. Ну, не ремонт, фонари не меняют просто, ну не делают освещение, уж не знаю, там какая причина. Нету дороги абсолютно. Жители ходят там по колено в грязи, вот дожди пройдут, снег плохо чистится, вообще весь микрорайон плохо очищается. Нет остановок. Людей также не устраивает автомобильный хаос на торговой площадке перед местными продуктовыми магазинами. Здесь они попросили установить ограждение и поставить торговые палатки. Кроме того, жители обратили внимание Владимира Киселева на отсутствие светофора на повороте Судогодского шоссе на улицу Зеленая. Нет в микрорайоне Коммунар и остановочного павильона. Совершенно кричащая проблема – это остановка. С одной стороны, вот здесь у храма остановка есть в сторону Ладоги. С другой стороны, остановки фактически остановка отсутствует. Конечно, нужно при всем дефиците денежных средств администрации города сделать так, чтобы остановка в самое ближайшее время здесь появилась.